Всем привет! И вот я снова в Бравл Старсе. Сегодня я хочу рассмотреть два одинаковых скина на Эль Примо, которые отличаются только цветом. Это Эль Дракон Розада и Эль Дракон Вердоза. Давайте начнем. Первое, что мы рассмотрим на этих скинах, это эффекты при ударе. Эффекты у этих двух скинов одинаковые, что неудивительно, ведь это один и тот же скин просто разных цветов. Но вот от обычного Эль Примо эти эффекты отличаются, во-первых, тем, что у Эль Драконов есть когти на конце атаки, а у Эль Примо нет. И переходим к рассмотрению спереди. Тут мне очень нравится улыбка, как у Калет. Оп-оп. Не ну а шо? А не шо? Тут еще есть маска, как у ниндзяш. Но это я уже не буду рисовать. Их смайлики. Они легендарные. Идут с улыбками, как у Калет, и с масками, как у ниндзяш. Ну и вот мы подошли к их цене. Ну я же уже говорила, что это ужасный скин. На самом деле цена соответствует скину, ведь скин крутой, с эффектами, но жаль, что без другого голоса. Ну а на этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем до следующего видео.